Дежурную часть отдела полиции городского поселения Лесной Городок межмуниципального управления МВД России Одинцовская поступило заявление от работника магазина, который сообщил о том, что из торгового центра, расположенного в селе Юдино, неизвестный похитил продукты питания. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны местные жители в возрасте 20 и 42 лет. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».